Здравствуйте, меня зовут Юлия. Сегодня у нас обзор коробочки Glam Box за ноябрь. Стоимость ее 950 рублей. Внизу, как всегда, есть ссылочка, по которой можно подписаться на рассылку уведомлений о старте продаж. И стандартный набор миниатюр в качестве бонуса за самовывоз. Уже знакомая пенка от Pantene Prive. Это бальзам-ополаскиватель из серии «Дополнительный объем». Кому-нибудь его подарю. Третья баночка крема от Vichy, серия «Идеалия». Крем предназначен для нормальной и комбинированной кожи. Баночка 15 мл, пока отправляется в мои запасы. И две вот таких вот пробирочки с ароматом Angel от Thierry Mugler. Я их кому-нибудь тоже отдам. С ароматом я уже знакома. Давайте смотреть основной состав. Вот такое наполнение в этот раз. И первый продукт. Это шампунь от L'Oréal Professional. Серия Absolute Repair Lipidium. 300 мл стоит 850 рублей. Нам досталась миниатюрка 100 мл. Шампунь предназначен для сильно поврежденных волос. Я из этой серии пробовала маску. Мне очень понравилось, но это уже было несколько лет назад, до обновления дизайна. Не знаю, насколько поменялся состав в этой серии. Попробовать будет интересно. Мне чаще всего такие шампуни не подходят для поврежденных волос, но я их использую в качестве первого шага очищения. Уже на втором ополаскивании использую более сильные шампуни, которые будут лучше очищать кожу головы. Так что буду пробовать. Далее у нас идет мыло для очищения пор от Kaolin. Уже мелькали эти кусочки мыла в коробочках в разных сервисах, но тем не менее еще раз мне попалось вот это мыло в мини-формате 25 грамм, 400 рублей стоит отдельно, я так понимаю, тоже продается вот такой мини-формат. Я сейчас таким мылом пользуюсь, оно действительно очень хорошо очищает до скрипа. Про поры сказать ничего не могу. Вот такой маленький кусочек здесь. Но по поводу того, что подходит оно для чувствительной кожи, я бы сомневалась. Оно довольно-таки агрессивное. И второй кусочек я все-таки оставлю для более теплого времени года. Тот, который есть сейчас, я его, безусловно, израсходую. А вот этим буду пользоваться все-таки тогда, когда кожа будет более жирная. Сейчас, конечно, после его использования сразу хочется нанести какое-то увлажняющее средство. Далее у нас идет парфюмерная вода Nectar Love от Donna Karan. 30 мл стоит 3800 рублей, 50 мл стоит 5150. И эту миниатюрку заявляли в анонсе коробочки. Здесь пробирочка с роликовым аппликатором. Не могу найти, какой объем, но, на мой взгляд, миллилитров 10. Вот так выглядит. Я кому-нибудь подарю этот аромат. Он мне не понравился. Его здесь характеризуют как цветочно-фруктовый гурманский. И здесь на флакончике такие пчелки. Действительно, аромат такой медовый, фруктово-цветочный, но не, на мой вкус не слишком хороший для меня лично, поэтому отправляется на подарок. Далее у нас идет матовый кушан для губ от Clinique. Не слишком порадовал тот факт, что пробничек вот на такой картоночке, совершенно одноразовый. Цвета яркие во всей палитре, и я не слишком люблю матовые текстуры для губ. Я предпочитаю увлажняющие, такие кремовые блески и помады. Безусловно, протестирую, но я уже заранее знаю, что я покупать не буду. Тем более, что стоит, как всегда, недешево, 2050 рублей за 1,2 грамма продукта.
Увлажняющий крем от NYX, крем Fresh de Beauté, 50 мл, стоит 2400 рублей. Нам досталась хорошенькая миниатюрка в 15 мл. Крем предназначен для нормальной кожи. С удовольствием протестирую. Я думаю, что на зимний период будет хорошо. Мицеллярный лосьон для снятия макияжа из серии Пюрте Термаль от Виши. Нам досталась миниатюрка 30 мл. Вот так выглядит мицеллярочка. Один раз уже ей пользовалась, мне понравилось. Никакого раздражения, никакого пощипывания, никакой красноты. Очень комфортная, очень деликатная, но при этом хорошо смыла макияж и тушь в том числе. Поэтому буду с удовольствием пользоваться. Она идет в двух форматах. 856 рублей 200 мл и 1092 рубля за 400 мл. Здесь заявлено, что действительно подходит для чувствительных глаз. Japan Gals, маска с золотым составом. 549 рублей стоит 7 штук. Ну, в общем, здесь долго нет смысла говорить. Я очень люблю маски от Japan Gals. Эту серию я еще не пробовала. С золотым составом. Ну, здесь стандартная вот такая тканевая основа, очень хорошего качества, наносится на 5-10 минут, не нужно ее смывать, с удовольствием использую. От Дюкре молочко для тела Иктиан, 500 мл стоит 1580 рублей, подходит для нормальной сухой и обезвоженной кожи. Хорошая миниатюрка большая, 40 мл. У меня такой крем был, по-моему, 8 мл. Такой совсем малыш. С удовольствием его использовала. Мне подходит для рук. Я его возьму в качестве крема для рук. Положу в сумочку. Сейчас на холодный зимний период самое то. При всем при этом хорошо быстро впитывается, не оставляет жирности. Формула довольно-таки легкая, но эффективная. Я очень довольна этим продуктом. На этом основной состав у нас закончен. И в качестве бонусов положили два пробничка от Thierry Mugler Angel и Alien. Они у меня отправятся тоже на подарки. Вот такая листовочка про продукцию Vichy. Листовочка про Thierry Mugler. Бонусная карта на 500 рублей, подарочная от магазина, интернет-магазина «Фармакосметика», так как в составе много аптечной косметики, наверное, решили вот такие вот вложить карточки подарочные. Она действительно при покупке на сумму от 2000 рублей. Еще вот такой пробничек Виши 5 мл из этой же серии Пюрте Термаль. Это средство для снятия макияжа уже в формате молочка. Тоже с удовольствием протестирую. И последний продукт — это маска для лица. Я так понимаю, тканевая. Медива Бьюти. Не знакома с этим брендом. Не знаю, где продается. Маска с омолаживающим эффектом. Наносится на 15-20 минут, и маску эту нужно смывать. Почему бы не попробовать? Производится она, кстати, в России. Очень интересно будет протестировать. Вот такой был состав в этот раз. Не могу сказать, что на 100% довольна. Меня немножко разочаровал вот этот вот пробничек от Clinique в основном составе. Наверное, если бы не было бонусов, было довольно-таки бедненько по сравнению с предыдущими составами. Но, тем не менее, я довольна, так как хорошие бонусы в самой коробочке, еще бонусы за самовылаз. Я думаю, что такая цена более чем оправдана. Пока больше коробочек в этом месяце не покупала, буду ждать новых выпусков. Как всегда, большое спасибо за внимание. Всего доброго, до свидания.